Как, делишки, ребятишки, с вами снова Катя Крафт и Едисака Пипопик. Какой Едисака Пипопик? Я не Едисака Пипопик, я Едисан. Да никто тебе не поверит. Сегодня мы находимся там, где все меняется местами. Там, где Чики-Бамбони в любой момент может стать коровой, зайцем или кем-то из нас. Мы находимся в селе Агаповка. Да с чего ты это взял? У меня есть книга со статистикой, и именно в ней написано то, что именно в Агаповке сконцентрировано наибольшее количество чики-бамбони на этой планете. Поэтому со мной, Кать, спорить бесполезно. Слушай, этих чики-бамбони сейчас не будет, они меня же так заколебали. Ходят и мекают. Мекают, откуда вообще у вас только взялось тут? Слушай, Кать. А тебе не кажется, что серия как-то слишком странно началась, не? Кстати, да. Почему у тебя в руках моя книга? А почему ты начала приветствие с «Как делишки, ребятишки»? Так, мне кажется, серия будет интересной. Да, ядрить меня в почки. Что? Где ты? Где? Пошли давай! Новая серия, и, как Катя уже сказала, мы зашли в Майнкрафт, и бог Майнкрафта тот самый сказал нам то, что сегодня все будет меняться своими местами. Честно, мы попытались узнать, что именно будет меняться своими местами, так и не смогли этого сделать. Слушай, ну если мы поменяемся с тобой местами, я этого не выдержу. Я не хочу носить вот эти твои ботиночки, они мне не нравятся. И слушай, как бы я тоже не хочу быть вот этим Екатежопиком, Екатефнафиком, Екатебургом, Екатафалком и... Все хватит, я поняла. Да, тише, у нее очень много имен, а у меня только одно. Ты едиса пи-пи-пи-попик. Ну, три сердечка! Так, на самом деле, без паники. Это просто обычное выживание, продолжим с тобой просто играть. На самом деле, предлагайте дом построить вообще наш. Кстати, да, учитывая то, что это уже где-то 99.5 серия выживания Майнкрафт, но и мы до сих пор не имеем дома. А с другой стороны, а на кой черт нам дом, если в каждой серии происходит какая-то вакханалия непонятно? То мы с тобой демоны, то у нас клоны с тобой, то мы каждую серию почему-то деревни находим. Вот прям да, всегда. Да. Мы построим с тобой дом, и в следующей серии бог Майнкрафта Майнкрафт, но у них не перестают взрываться дома их личные. Да, да. Или не перестает вытекать из ушей лавой, мы затопим весь наш дом лавой. Поэтому логичнее будет, наверное, не строить наш дом, но честно, мне иногда даже хочется немножко где-то переночевать. Тихо! Тихо, что ты кричишь? Забирай дом! Ты чё так орёшь? Там всего лишь 3 алмаза было, Катя, ты уже ты уже успела расплакаться. Ну слушай, 1 алмаз тебе, 4 алмаза мне, которые у меня в инвентаре были. Успокойся, сейчас Слушай ты, у тебя есть кирка алмазная? Дай мне, я хочу тоже себе кирку алмазную, у меня только меч алмазный. Да, сейчас все сделаем, да, я пережарю еду, потому что еды у нас нет. И сейчас продолжим, сейчас я тебе скрафчу. Иди скрафти верстак, вот разрушь чей-то дом и добудь дерево. Давай, займись полезным делом. Окей. Ты в курсе, что можно сразу дуб ломать, а не доски? Из одного дуба 4 доски выпадает. У меня вообще лопаты так-то нету даже. Хочу алмазную лопату. Зачем тебе лопата, чтобы дерево ломать? Тебе топор нужен, Кать! Точно. Блин, я думала, мы с тобой сегодня в этой серии поменяемся, и у меня будут твои мозги, и я буду все знать в Майнкрафте. Это секунду, я не знаю. Майнкрафт, но каждой серии Катя... продолжает тупить все больше и больше. Так, это тебе, это мне, это себе и это мне. Вот так все. А я верстак сделали. Так, а я поделил всю еду, которая у нас. Вот это вишенки, посмотри, какие. Кого? Какие вишенки? Успокойся, сейчас я тебе сделаю кирочку, которую ты просила. Держи алмазную кирочку, все. Ты рада? Это, конечно, спасибо за алмазную кирочку, но у тебя вишенки, как у меня вишенки. Подожди, у меня пропали мои вишенки, нет! Что ты хочешь сказать под словом вишенки? Ну, посмотри вниз.
Откуда у меня появились висящие дигидончики? Не-не-не, висящие дигидончики, это вот у тебя в другом немножко месте, а это вишенки. Отдай. Так, а, в смысле, вот эти вишенки, которые у тебя раньше были, так подожди. Да, это мои, это я вижу, это мои вишенки, верни их. А где твои вишенки? Подожди. То есть мы поменялись с тобой вишенками, как ты говоришь, получается? Подожди. Если у меня пропали вишенки, то у меня должны появиться дигидончики. Нет! Так, это мне не очень нравится. Я как бы у своего папы сын. Если я папе скажу то, что я понемножку в девочку начинаю превращаться, кто-то меня в детдом сдаст. Забирай верстак, который я тебе выкинул. Пошли отсюда. Верстак, забирай! Верстак, забери! Забираю верстак! Подожди. Ты мне всего лишь один кусочек жареной баранины дал? Ладно, все, в таком случае, на, еще один держи. Я надеюсь, на этом наше приключение закончится. Я не хочу, все. В первую очередь я тебе предлагаю свалить с этого проклятого места, потому что мне здесь не очень нравится. А во вторую очередь, Кать, у меня здесь есть две шерсти, иди скрафти, пожалуйста, нам кровать, чтобы мы с тобой переночевали. Игорь! Сгинь, чистая сила! Ты как истеричка ведешь, а? Какая истеричка? Сейчас скрафтим кровати. Крипер! Что? Мистер Крипер! Да! Да! Яшки, да ты что ж происходит? Я не могу понять, как! Спаси, пожалуйста! Ты драться разучился, бьешь, отбегаешь, это же мистер Крипер. Меня закрыли в доме, возле выхода там 4 зомби, я не могу двигаться, Кать, спаси, пожалуйста, я вот в соседнем доме, да, вот в этом, пожалуйста. Слушай, это реально какая-то дичь, ты ведешь себя как маленькая девочка, которая не умеет играть в Майнкрафт, ну прекращай выпендриваться, и выходи лучше, помоги мне Игоря убить. Давай ты убьешь, я выйду, я просто потро... Сзади, Спайдермен, сзади! Господи, да перестань. Ты здесь? Здравствуйте. Вам тоже здравствуйте. Ставь кровать быстрее, ставь. Да все, сейчас скрафтим кровать, успокойся, истеричка. Да. Сама ты истеричка, ты что обзываешь это всю серию, не могу понять. Давай, ставь. Так, нам две кровати или одной хватит? Ну, в принципе, можем и на одной переспать, но давай лучше две. Я хочу себя почувствовать уединенно. На, держи. Так, слушай меня, подруга, с дигидончиками в виде вишенок. Мы сейчас ложимся спать, отдыхаем здесь, сохраняемся здесь. И если что, все нормально дальше, поэтому давай, ложись. Все хорошо, да, но чур, это моя кровать. Все, да, давай, ложись. Да, все равно. Фух, надеюсь, утром будет лучше. Кать, у меня снова к тебе очень плохие новости. Ну что опять? Что за доброе утро? Мы с тобой рубашками поменялись во время сна! Я теперь фиолетовый! Верни мою фиолетовую рубашку, мне не идет бирюзовый. Подожди, тебе не кажется то, что происходят какие-то слишком собака страшные вещи? Мы с тобой потихоньку перевоплощаемся друг друга. А если я в конце этой серии вообще бабой стану? Слушай, походу все к этому идет, потому что ты начал уже стекла разбивать, а это делаю только я обычно. Кстати, и меня в этой серии уже успел один раз мистер Крипер подорвать немножко под... Хватит стрелять в меня! Кстати, мистер Крипер... Второй раз мистер Крипер за ту серию меня под припадом порвал! Прикольно, зато я теперь не буду взрываться. Ура. Кать уже, только Катю в каждой серии взрывает мистер Крипер. У вас нет такого ощущения, то, что я реально становлюсь Катей? Я даже истерю всю серию, я Катя! А я еще даже за серию ни разу не умерла. Офигеть, прикольно. Может так всегда? Вау! Иди сюда. Ёханы и бабай, красотища-то такая. Прям все мои вишенки дух захватил. Нифига себе. Я реально первый раз такое вижу, чтобы водопад с горы падал в огромное озеро. Слушай, мне кажется, или это намек на нашу с тобой совместную старость. Построить домик на берегу вот этого фантастического озера и доживать здесь последние дни. Нарожать кучу детей, кучу чики-бамбони. Так, тихо, подприпусти коней, пожалуйста. Давай просто пойдем и поплаваем. Честно, я давно хотел замуж выйти. И вот тем более... Так. Доставайся, Катя. И... Ядрёный пень. Опять мистер Крипер? Опять мистер Крипер. Третий раз за одну серию мистер Крипер меня взрывает. Да меня за всю жизнь только мистер Крипер раз не взорвал, как за одну серию. Кать! Слушай, еди-ка пипопик. Давай-ка успокойся, пойдем просто поплаваем. Снимай рубашку, давай. И... Я не буду ничего снимать, я просто так вот. Можно просто... Просто постоишь? Да, просто утону.
Не надо просто утонуть. Успокойся, все нормально. Давай вот реально начнем строить дом. И все. Это все подписчики, это все кто-то из вас из комментариев. Просто под предыдущими сериями, знаешь, какие я комментарии я заметил? Там писали Эдисон и Катя. Сделайте, пожалуйста, серию Майнкрафт, но мы не перестаем меняться телами. Угу, подписчики, дорогие уважаемые, вы в курсе, что Бог Майнкрафта тоже читает комментарии и эти идейки себе берет на ум? Он все слышит и он все видит. Тебе смешно, я вижу, да? Я не могу смотреть на твои вишенки в этой рубашке и с твоей головой. Это очень смешно, правда. Бог Майнкрафта! Если ты нас слышишь, пожалуйста, мы знаем то, что ты любишь над нами издеваться, но это уже чересчур нам кажется, ну лично мне, ей я не знаю, как кажется, ей все устраивает. Ты что, с ума сошел? Если ты хотя бы нас немножко уважаешь и хочешь, чтобы мы продолжали записывать серии Майнкрафт, но поделись, пожалуйста, ресурсами на то, чтобы мы вот с Катей дом себе построили в конце-то концов, если тебе не жалко. Я совсем уже кукуха поехала. Он нас не слышит и ничего нам не скинет. Успокойся. Серьезно? Что, так можно было? А бог Майнкрафта, а можно мне, пожалуйста... А что, я много всего хочу. Давай, золотые яблоки хочу. Конскую броню алмазную хочу. А? Если бы бог Майнкрафта мог бы тебе показать средний палец, мне кажется, он бы сейчас это именно и сделал. Сейчас, все, отойди, женщина, сейчас я начну строить дом мечты. Так, как он делается? Так, подожди, с этой стороны немного, потом с этой. У нас кухню надо вроде получается сделать. В принципе, как-то вот так можно и вот так. Вот. Господи, это... что ты делаешь, а? Успокойся. Это только одна вот эта стена дома. Я еще не успел все построить, Кать. Угу. Дай-ка мне сюда блоки, я покажу тебе, как надо нормально построить дом. На! Слушай, в этой серии что-то я разучился как-то и дома строить, и защищать друг друга от монстров. Ты никогда и не умел, что ты врешь? Так, последний штришочек, это акациевая дверь. Оп. Ну, в принципе, так, готово. Фигня, конечно, получилась, но тут достроить чуть-чуть осталось, там ресурсов немножко не хватило. Вот. Ёперес, это да... Как ты этот дом за 5 минут-то построила? Мать, у нас ресурсов-то даже столько много не было. Ну да, конечно, он, я вижу, недостроен. Тут 3 стен еще не хватает и немножко пола. Ну, в принципе, за столько серий Майнкрафт, но тут уже жить даже можно. Да, можно. На самом деле, это какая-то фигня, так плево дело раз-два и построила, в принципе. Ой, ты что-то, мне кажется, себя немножко недооцениваешь. Хороший дом, да, как бы еще не хватает здесь много всего, но жить-то реально можно возле такой-то красотищи, возле водопада огромного. Да, спасибо, не надо благодарности, как бы, все такое. Ой, слушай, что-то меня немножко это подприпучило. Я пойду в кусты канистру, освобожу свою сейчас приду. Какую канистру свою ты сейчас освободишь? Да не мешай, ща, подожди. Делами тут займусь небольшими, отолью чуть-чуть и все приду. Я боюсь сейчас на себя смотреть! Катя? Какая к чертовой бабушке Катя? Ты Катя! Я Эдисон? Да ладно, серьезно что ли? Мать моя женщина! Ты прям как я орала когда-то в прошлых сериях. А ты прям как я вот это отливать ходил. Или что? Кать. Прикольно, это я теперь что ли мастер-профи Сиана в Майнкрафте? Это я теперь могу в TNT там батл играть, да? Вот это угадай постройку. Ага, да, да, угадай постройку, а я буду нобососином вот это сососить каждую серию, да? Вот это, ну, в плане... Не надо сососить каждую серию, пожалуйста. Ну я в... Что? Да ничего, я просто в шоке, мне нравится. Так, ладно, подожди, вернемся на землю. А что нам делать-то теперь? Я не знаю, что нам делать, я не хочу быть в твоем образе, я баба, я не хочу быть, ну, в смысле, девушка. О! Кто стреляет? Это не я. В смысле, ты, а кто меня сейчас выстрелил тогда? Ну, кто, ну, наверное, скелет. А, скелет среди белого дня, да, получается?
Ну, а что ты хочешь сказать, что это я тебя стреляю? Нет, я не хочу сказать. Я хочу сказать то, что я хочу свежее молоко, вот это ведро молока. Иди молоко мне принеси. Ясно, все, в принципе, понятно. Я что, реально себя так веду на сериях? Не знаю. Вот и ты мне скажи. Так, ладно, давай, выходи, подруга. Ну все, мне кажется, мы до конца уже дострадались в этой серии, и, наверное, это уже конец. Я просто не знаю, что еще может быть хуже, чем вот это. У тебя дигидончики, у меня вишенки появились. Да все будет хорошо, не парься! Не-не-не-не-не, у тебя мой голос! Это не у меня твой голос, это у меня твой голос! Да, Кать, я тебе говорю, это у тебя мой голос! Я Катя с твоим голосом! Подожди, а ты... Я запуталась в мысли! Ничего не понимаю! Я считаю, нужно уже выходить из этой игры. Это уже что-то за рамки вообще вышло предельного. Подожди, а кто из нас Катя? Кто из нас Эдисон? Я вроде Катя. Ты, нет, Катя. Ты Катя. Я Эдисон. А почему я тогда Катя, а я Эдисон в тот же момент? Я вишенки твои трогаю. Кого ты трогаешь? Кать, нормально, все нормально, в принципе. Я ничего не понимаю, у кого ты там что мое трогаешь? Ну просто я как бы тут сижу за компом и... Я, понимаешь, в твоем теле. А я в твоем теле? Да, это хорошо, что еще пока тебя никто не видит. Дигидончики, нет! Thank you.